кадровый центр «Муравленко» приглашает жителей города на всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она пройдет 12 апреля с 10 до 12 часов в здании музея по адресу Ленина, 51. Приглашаем работодателей и жителей города для участия в мероприятии. На ярмарке вы сможете ознакомиться с актуальными вакансиями и подобрать подходящее место работы. Узнать, как повысить свои профессиональные компетенции и подать заявку на бесплатное профессиональное обучение. Как открыть собственное дело и какие меры поддержки гарантированы государством при трудоустройстве. Работодателям, которые планируют принять участие в мероприятии, необходимо подать заявку в кадровый центр и разместить вакансию на единой цифровой платформе «Работа России».